Итак, друзья, сегодня у нас распаковка Винго от Кабрины. Такой вот Винг, Кросс Винг, X2. О, кайф. Тоже, наверное, любите новую снарягу, да? Так, что мы имеем? Мы имеем лиш. Так, система вам-памп. Обычный кабриновский. Собственно, рюкзак вот обычный, простой, маленький. На одно плечо лямка. Ну, давайте накачаем. Накачал. Короче, я думал, что здесь система вам-пампа, оказывается, нет. Этот баллон, короче, качается отдельно. А вот эти вот два баллона, у них есть вот такие штучки. Система вам-пампа. В общем, прикольно, конечно. Он набился. Но ручка. Опа. По весу как бы нормальный, не тяжелый. Попробуем завтра, что там как. Буду рассказывать, показывать. Так, сегодня у нас день тестов. Еще не тестов, а потери. Ну, теперь будем учиться. Очень легко в руке он парит. Ну, как бы кто-то думал, наверное, а что будет, если он отлетит. Вот чуть-чуть. И, собственно, всем привет, с вами Лич. И сегодня у нас Винг, шестерка, Кабрина, кроссбоу, X2. И мы сегодня вообще первый раз в жизни. Я так как бы катаюсь на гидрофойле, знаю, что как. Но на улице, да, у нас сегодня мурикуль, солнце. Первый раз вообще на Винге, вообще первый раз он взял в руки сегодня. Собственно, даже немножко покоцал, потому что не знал, как, что. Ну ладно, что страшно.
маленькая косточка просто об траву. Так, для того, чтобы, наверное, научиться, ну, я, короче, посмотрел кучу видео, для того, чтобы научиться, нужно сначала попробовать на сапе, на жестком, на этом. Я взял, короче, виндсерфинг со швертом. Такой плод. Я уже пробовал на коленках выходить. Сейчас у нас очень сильный ветер дует, смотрите, обратите внимание. Ну, давайте попробуем вместе с вами, так что кто как умеет, напишите, кто как учился, кто как не умеет, смотрим вместе, учимся. Собственно, вот так. Я посмотрел, как бы Соловейкина там, туда-сюда, там все, ребята. Ну, я люблю все делать сам. Давайте сначала с коленок. С коленок. Поднимаем. Держим. Переходим. О! И пошла. Можно даже пристать. Ух ты так. Хорошо зайдет-то как. Меня даже отрывает. Так, шерсть надо пустить. Я вниз, по ветру иду. Шерсть опустим. Подразвернемся. Я выше виндсерфер, так что мне это не сложно. Подразвернулись. Опять взяли, подняли над головой. Ох ты! О! Лишнего подразвернулся. Не идет. Боком еду. Бывает так. Слишком круто получилось со швертом. Давайте еще раз попробуем. А, тут мелко уже. Сразу, ребята, все вспоминается. 10 лет назад, как я учился на кайте, вот так же ходил я по этому споту, вверх по ветру, по мелководью. Таскал за собой снарягу. Винг вернет вас в прошлое. Прошлое ощущение. Так что рекомендую. Не стесняться, это недорого. Вот смотрите, какое у меня развлечение. Оп. Мне еще фойл подтягали. И можно кататься. Ха. Попытка номер два. Тихонечко закрываю, не сильно. О, можно лететь. Ну, погнали. Нормально. Можно ехать. Почти на глиссирование. Вот, вспоминаю виндсерфинг. Чуть назад можно переступать. Ну, иду смело на ветер. Прикольно. Сейчас немножко фойл. Блин, точнее, и можно брать жестко с фойлом. Кто-то, наверное, уже умеет. Скажите, как вы учились? Я вот так. Прикольное ощущение. Морально.
Заворачиваешься через нос. Перехватываем руку. Можно даже прыгать, отрывает. По теории можно даже висеть на винге, но порыв прям хорошо. Я даже немножко подлег. Не могу, конечно, я вам одной рукой все поснимать. Ну, смотрите, как получается. Я еще пару галфов и возьмем ойл. Тренироваться. Привыкнем к нему. Ох, ох! Ху-ху! Мелко! Собственно, ребята, это мой первый раз в жизни. Правда, это не фойл. Ну и это не кайт. Попробуем еще. Для того, чтобы стартануть на винге, надо взять винку ручкой, встать на доску и потихонечку начать двигаться. Как только зашли на глубину, шверт опускаем на дно. Перехватываем. Изи. И погнали. Задрал. Ну, в принципе, вот так. Нормально. Скорость небольшая, потому что это все-таки не фойл. Слишком нос на ветер. Управлять очень сложно доской. Как на винсёрфе. Ветер порывистый, заканчивается. Идем порывчик, вообще тихо. Ну. Поймали порыв. Пошли. О! Даже чуть-чуть меня приподнимает. Винг 6 квадратов, как 6 квадратов кайт. Мне нравится. Новые какие-то впечатления. Так, достаточно далеко отошли от берега. Разворачиваемся, крутим доску вниз по ветру носом, перехватываемся, чуть-чуть набиваем кайт. Да, надо баланс научиться держать. Некоторые говорят, надо окна. Окна здесь в принципе не нужны.
Может, и нужны, конечно, но... Когда сильный ветер, как нормально летит, все видно. Ну, вот где-то, наверное, так надо кататься. О! Поцеловал ветер с порых. Погнали. На глиссер. Недолго он был. В принципе, нормально. Надо тренироваться. Сейчас уберу камеру. А то... Мешает. Есть такая штука, когда на крыло задевает. Но он низко не опускает край. Руки, кстати, не сильно напрягают. Так, все, мелко. Продолжаем тренироваться дальше.